И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Энгри Панда и Серега. Сегодня мы играем Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. И сегодня будем защищать Красти Крабс. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита, надеюсь, вам понравится. Орду давай ставь, во, давай. Еще, о, еще. Смотри-ка. Так, сейчас других еще поставлю, еще давай, тяжеловесов давай, давай. Тяжеловесов, давайте. UFC тяжеловес, ребята, пошел. А, это кидуны их от Крабушкиных. Теперь Димас Лёхин пошёл. О, они на меня... Смотри, Димон! Давай, кто? Кто на меня? Так, класс! Красти Крабс. Ах ты! Ого, у меня шея отвалилась. Так, это жесть. Я хочу еще мечом погасить. Ковбойскими пистолетами буду фигачиться. Так, 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 идите сюда. А, Димас, зажали меня, спасай. Смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Димас, а ты за кого играешь? Я? А, ты что, не знаешь этого челика? Это же самый жадный челик из всех, кого я знаю. Доллары, все мои доллары. Да что так быстро? Да как? Угу! О, нормально. Ребята, настоящее мочилово. Ставьте лайкосик, сейчас мы сделаем такое мясо. Сейчас. О, я буду ножиком их гасить. А ну-ка, иди сюда. А, не-не-не. Ух ты! Нормально, пойдем. Ничего Димас. Себе! Так, УЗИшки пошли в бой. О-о-о, вот это о-о-о. Здесь мясо! Ништяк. Так, 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 Димон. Помогать сейчас буду. Да отвали. А, оружие не дает при смерти. Непривычно. Так, так, так. О, кстати, зомби не могут по лестнице лазить, насколько я знаю. Да? Конечно. Это прыгать могут. Прыгать, да, могут? О, нормально, кстати, кирпички опускаю. Зачистка пришла. Уго, трупейшенов. Заснайку их еще валю. У-ху-ху-ху-ху. Кто еще? Сейчас, пацаны, я иду. Не расстраивайтесь. Сейчас все я будет. Я не расстраиваюсь. Я за бокам говорю, чтобы не расстраивались. Всем хватит. Вот это мясище. Меня аж подписает от такого... И мне нравится тоже. И моему компьютеру нравится. Ого! Я даже сам себя взорвал. А, нормально. Кто меня бьет? Патронов нет. Хорошо, сейчас будут. А, да кто там кидается? Башмаками. На. Ху-ху-ху-ху. Вот это мы устроили весилово. Пойдет. Что-то волна не заканчивается, кстати. Мощная волна очень. Да? Да. Меня подлагивает чуть-чуть. У меня тоже. Мне кажется, это как-то даже для первой волны имбова, не? Или это одна большая? Смотри, сколько тут зомбаков валяется, это жесть. Да. Офигеть. Вот это мы тут, ребята, устроили. Ого! Ой, блин, их очень много. Димон, я помогаю. Ай-яй. Ножичком меня присадили. Жесть. Отлично, сейчас буду спрыгивать. Димон, а где ты? Бой. Давай встретимся, где ты? Внутри. Иду к тебе со всей силы. Так, 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 Фредди. Вместо Сквидварда, чтобы это, на кассе. Заходите, аниматроники. Так, показываю. Димончик, давай будем встречать гостей. Опа. Все, Димон, я точно Сквидвард. Надо всадить. Нифига себе, это терминаторы, что ли? О, Димон, вот. Через стекло можно убивать. Смотри, какое мы тут. О, у нас тут Майнкрафт, четко. Че там, мужики, пройти не можете, не? Не могут, не могут. Давайте, все сюда. Все сдохли, что ли? Да. Так, а теперь жжем их, пацаны, жжем. Давай, давай, Димончик. Че-то они, Димон, очень слабо горят. Потому что они железо. Хорошо, да? Железо. Замораживают. Ух ты, мощь, видел? Блин, не работает. Что-то они очень медленно ходят. Я не уверен, что они очень медленно ходят. Они очень классно ходят. О, они начинают быстро ходить, то медленно. По-разному. Они мазилы какие. Нормально? Неплохо. О, пацаны. Да вы их разбомбили полностью.
Так, даже убили. Сейчас я волну поставлю, пацаны. Сейчас. Давай, Димас. Волна от Димаса. Пацаны, убегайте, очищай карту. Смотрите, заморозил. Так, давай, Димас. Ой, блин, Димас, ты кого поставил? Это же марионетки. Они сейчас тут нас всех покусают. Смотри, что сейчас будет, Димон. Да я вижу. Пойдет? Пойдет. А теперь выживает сильнейший. Я пошел вниз. А что, невидимая стена здесь? Нифига себе. А что за взрывы? Не знаю. Это жесть. Лазерган. Так, а что стоят, они не ходят? Марионетка, я тут. А, они здесь строят возле входа, я понял. А потом начинают мочить резко. Я запускаю ракету, ребята. Ого, их тут, Димон, иди сюда ко мне. Подожди, меня зажали. Это жесть. Я лазерами какими-то убиваю. Ой. Ой, я Димоном убил. Меня убили, да, чуть-чуть. Отлично. Так, давайте сожжем их всех. Ого. Во. Убили. Два, Димон, огнеметчик. Да, я огнеметчик. Снайперку взял. Третий раз меня убили. Хватит уже меня убивать так. Сейчас, не двигайся. Есть два пулей. Ох, два пулей и один трупейшн. Так, какими-то болтиками я в них кидаю, все нормально. На! Хедшот! Ого. Крутая базука. Нифига. О, четко снял. Пацаны, как вам такая волна? Ого, Димон, ты чё? Придется читы водить. Читы на скорость. Все, давайте, а что они не двигаются? Не знаю, может им не нравится здесь? Нет, Димон, им нравится! Да нравится. Блин, я зажатый! Помогай, Димон, помогай! Тебе придет. А, ты что делаешь? А, блин, дураки! Блин! Ай! Есть, Димон, я ушел! Меня присанули. Надо отомстить. Ой-ой-ой, Димас, они побежали за мной. Так-так. Чувак, гуляй. Гуляй, человечек. У них что, бессмертие включено или что? Ничего не понимаю. Хорошо. Они живучие очень. Давай, Димас. Они сейчас. Как быки, знаешь. О, давай, Диман, бомб накидаем, а ну. Я убил одного. Но. Вот это я отлетаю от этих ударов. О, Димон, я знаю, что их возьмет. Сейчас. А ну-ка, говно. Юса сберем. Тыщ. Смотри, Димон, что еще будет. А, это ты? Это красный? Да, граната классная. Красная их фигачит. Классная и красная, нормально. Так, и вот еще. Бегите, мужики, бегите, глупцы. Сейчас что-то будет. Так, нормально. Я понял, что будет сейчас. Все, Димас, мы завершили этот поединок. А что такое? Димон, ядерный взрыв. Лазерный. Что такое? Просрало? Походу, да. Так, ребята, все, последняя зачистка, Димас. Давай, зачищай. Мутантов сейчас будет защищать, понял? Погнали. Сейчас их очень много будет, смотри. Ого! Это харькуны! Харькуны, да. Так, ребята, пошкеримся здесь. Ой, граната у меня есть для них. На, падла. Чё, пацаны, готовы? Вот, блин, себя убил. Димас, запускай ядерку. Ядерку? Хорошо. Да, запускаю, что... Димон, запускаю. Сейчас. Ребята, сейчас будет эпик. Надеюсь, Гарри Спот не вылетит. Я тоже надеюсь. Бум! О, Димас, ты все... Вообще никого не осталось. Даже, а чё медузы живые остались? Не понял. Это медузы, честно. Медуз ничего. Они беспозвоночные, Димас. Будем знать, если, ребята, будет ядерный взрыв, медузы выживут. Становитесь все медузы. Так, все, Димас, ну эта зачистка завершена. И я должен, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.